Для того, чтобы стать настоящим мужчиной, необходимо сделать три важные вещи. Во-первых, нужно посадить дерево. Во-вторых, нужно построить дом. И, конечно же, воспитать сына. Сегодня, друзья, мы осуществим первую вещь. И, конечно же, мы разыграем в аукционе дерево. Для того, чтобы этим молодым парням и, конечно, этой прелестной девушке не пришлось делать этого лично. Итак, стартовая цена за этот прекрасный тополь N, тополь Николаевский, я имею в виду, всего лишь 10 гривен. Кто больше? 15 гривен, 20 гривен, 30 гривен и, конечно же, 40 гривен. Есть еще желающие повысить ставки? Сколько, девушка, вы даете за этот прекрасный тополь? 50. 50 гривен. 50 гривен раз, 50 гривен два, 53. 50 гривен три продано, я вас поздравляю. Но у меня всего лишь один вопрос. Скажите, зачем вам? Вы ведь девушка, зачем вам этот тополь? Ну, понимаете, у меня муж молодой, ему еще нужно состояться, поэтому я хочу вот сделать ему этот подарок, чтобы он посадил дерево. Прекрасный подарок. Друзья, оставайтесь с нами на следующей неделе в этом аукционе. Мы разыграем сына. Пока-пока.